И что когда вы выбираете свою профессию, вам дальше нужно выбирать, куда двигаться. Вам нужно понять, а не пропадет ли она. Вдохновитель Екатерина Лукша считает, привычный паттерн «работаю круглыми сутками, чтобы заработать деньги» уходит в небытие. У современного поколения должен быть интерес к собственной деятельности. Главное – сделать правильный выбор. А с этим у молодежи возникают проблемы, поскольку зачастую отсутствует долгосрочное планирование и поддержка со стороны родителей. Поняв тип мотивации на данный момент у ребенка, можно правильно выбрать образовательное направление с точки зрения того, что там происходит вообще. То есть, если он про конкуренцию, значит, его нужно в конкурентную среду отправлять. Если он про работу в команде, ни в коем случае не надо его заставлять конкуренции, потому что он не справится, он будет саботировать. В Кольских Сопках послушать эксперта собрались старшеклассники. Перед ними уже стоит выбор, какие экзамены сдавать, куда идти дальше после окончания школы, уезжать ли из родного города на учебу. Вопросов так много, а ответов мало. В среднем там раз в полгода или раз там в три месяца мы кого-то зовем, какого-нибудь такого интересного человека, чтобы не только можно было посетить молодежное пространство в свободном посещении, но и чтобы можно было как-то привлечь молодежь для изучения каких-то вот новых навыков и компетенций. В скором времени регион посетит еще один вдохновитель – Юлия Латышева, блогер-учитель из Санкт-Петербурга, которая ведет блог о математике. Лада Егорова, Мария Гусакова и Максим Чинкин, ТВ-21+.